Думать о прекрасном, слушать прекрасное. Немного музыки для думающих людей, действительно, у нас прямо сейчас. Айса Цана, петербургская исполнительница, у нас в гостях. Она же Анастасия Постникова и одна из солисток проекта «Иванова». Доброе утро. Доброе утро, Настя. Доброе что утро. Случилось с «Ивановой», расскажите. С «Ивановой» все происходит прекрасно. Мы готовим материал на новый альбом. Ага. Вот. Но поскольку у нас радостное событие, наша аккордеонистка не так давно родила девочку прекрасную. А-а-а. Творческий отпуск небольшой. Ну, на самом деле не отпуск, мы репетируем практически ежедневно, но, может быть, чуть-чуть не так далеко выезжаем, как раньше. Что это за проект Айса Цана? Потому что люди в сольном творчестве стараются какие-то новые свои стороны, да, раскрыть. Чем он да. будет отличаться? Во-первых, в этом проекте я в основном пою по-английски. Ну, вот так сложилось. Не спрашивайте, почему, не как-то специально Why? Это было выбрано. Why so? Ну, вот эта музыка, она определяет больше наличие английского языка. Ну, вот так хочется, способом. Душа вот на английском поет, да? Да. И это лирика, да? Да, безусловно, это исключительно лирика, и все это родилось из вот такого очень простого варианта клавиши и голос. Ну, угу. Вы великолепно, фортепиано и голос. Великолепно владеете инструментом, откуда? Ну, я бы не сказала великолепно, хорошо, но... Умеете себя подать, по крайней музыкальная мере. Музыкальная школа, какие-то такие базовые вещи, а потом просто много-много-много играть. И выступаете тоже исключительно вот так в акустическом варианте? Есть планы по расширению Нет, коллектива? Нет, когда я выступаю на концерте, у меня есть еще куча всяких электронных машин, куча девайсов, Ну, тоже все сама-сама, да? Да, но одна. И которые вот я включаю, и они там... Мне помогают музицировать. Это... Ну, раз заговорили о концерте, можете пригласить наших зрителей, если что-то планируется. И как на Иваново, так петербургскую и... презентацию мы уже немножечко пропустили, поэтому теперь в Москву в эти выходные я отправлюсь в Москву презентовать свой вот этот сольный как раз диск, который называется Delirium Muse, сумасшедшая муза, или как-то так можно. Класс. Не боязно в столицу-то как там? Готовы? Готовы. К вашему творчеству. Ждут, да, я ждут, думаю, да, я уже? Думаю, что ждут. Что вы нам споете прямо сейчас? Ну, как раз одноименную композицию этого альбома, которая называется Delirium Muse. Друзья, у нас прямой эфир. Мы не успели, честно скажу, провести саундчек, поэтому можно немножко разыграться, проверить микрофон. Прямо здесь у вас есть вот такая возможность послушать, как это происходит. Этим артисты обычно занимаются за кадром. Сейчас мы делаем это прямо вот в прямом эфире. Приоткроем кулису. Айса Цана в нашей студии. Друзья, доброго вам утра. To find
kindling the fire of hope. How could I say stop if the eyes of my muse never I could find the bones of delirium muse. She refused from the shelter to dive at the bottom and try to find the eyes of my muse. Never lie in the bottom of I could find the bones of delirium muse. She refused from the shelter to die.